секундочки. Иду к неврологу. Посмотрим, что еще теперь она скажет. Это первый невролог, у которого я была. И вот спустя сколько уже? 2,5 года. Иду к ней снова. Посмотрим, что она мне расскажет в этот раз. Даже не обращала внимания, что у меня цветы разного цвета. Смотрите, маки. Один темнее, другой светлее. Ну что, у меня, наверное, радостная новость. Мне сказали, что я должна сделать МРТ, причем 2. Не помню точно какие. Там что-то, по-моему, головы и позвоночника, по-моему, я так, как я поняла. Вот. Так что есть немножко позитивного что-то. Я иду на встречу с девочками. Поснимаю вам немножко нашего города. Здесь центр, ну, практически вот подхожу к пешеходной улице. И сейчас покажу, здесь очень вкусное мороженое продается. Вот это обалденно вкусно. Самое лучшее, наверное, в городе. Вот здесь вот кафешка у них. А здесь вот начинается пешеходная улица. И здесь вот дёнеры продают. И все. Здесь вот книжный магазин, кстати, тут продают очень дешевые книги. И вот выхожу на пешеходную улицу. Ну а здесь в центре у нас всякие кафешки. Их много, прямо одно за другим. Они даже некоторые зимой работают. Но летом здесь как на юге, потому что такая атмосфера расслабленная, пахнет кофе. А здесь вон работает еще и рыночек еще. Сегодня у нас какой день? Среда. Вот в среду они здесь работают, а вторник, четверг, суббота в другом месте. Такой вот караван из уточек. Вот их сколько много. У нас жара, и хочу сделать макаронный салат. Для этого мне нужно вот стакан макарон, корнишоны, можно любые другие какие-нибудь соленые огурчики, банка кукурузы, одна паприка, одна маленькая луковка красного лука, или как его там, синего, и майонез, чтобы все заправить. Еще можно добавить сюда колбасу. Режется просто все крошкой. Забыла сказать, что макароны надо отварить, и лучше брать прям самые меленькие сорта. Вот у меня тут 2 остаточки я смешала. Прям очень меленькие, потому что они развариваются, и лучше, когда вот такие небольшие. Макароны я отварила, промыла холодной водой. Ну, все так вот перемешала, и очень вкусно и свежо. У нас жара, и от этого клубника спеет просто очень прям хорошо. Очень много, крупная, и она очень ароматная. Вот прям сейчас, вот я не знаю, это от жары или что, она очень классно пахнет. И мои никто не верит, что это наша клубника, и такая-то вкусная вообще прям. Все, я сегодня устала, столько дел переделала. Завтра нашему сыночку будет 20 лет. Это такая, нашему маленькому уже столько много. Вот, и немножко прибралась сегодня, конечно, устала ужасно, еще из-за жары и вообще. В общем, буду отдыхать, желаю вам всем всего самого доброго, крепкого здоровья, чтобы все у вас было замечательно.